такой? Я господин Сакай. Вас прислали нам на подмогу? Да, это так. Я Садамуне, глава клана Ога, знаменосец Сёгуна. Добро пожаловать. Благодарю, господин Сакай. Получив послание, Сёгун немедленно отправил нас к вам. Ваш дядя только что отдал приказ. Мы разобьем войска хана и прогоним монгольских захватчиков из замка Симура. Прекрасно. Собирайте людей. Сперва мне нужно кое с кем встретиться. Буду ждать вас у северных ворот. Отправимся к вашему дяде вместе. Никакой дисциплины. Колеса проверьте. Говорят, один человек знает, как сбежать с острова. А ты взял и поверил. Стоит попробовать, разве нет? Это ты храбрый, пока тебя монголы не схватили. Нас и здесь могут схватить. Неважно. Даже если такой человек и впрямь есть, он явно берет втридорога. Да. А я потерял все в начале вторжения. И я. Нам отсюда путь заказан. Надо было больше еды взять. Представь, что ты... Как там его? Монгольский военачальник. Хот. Скажем, ты Хот. И ты взял сам. Кто ты сперва? Колеса проверьте. Вижу, ты весь в трудах. Надо ведь подготовить таран к битве. А то, если он в самый важный момент возьмет да развалится, так мы за стенами останемся. Был бы у нас такой в бухте Адзамо. Что? В телеге вам не понравилось? Не люблю запах саке. Юна мне сказала о Таке. Этот малый был куда храбрее меня. Если бы Така был здесь... Он бы с тобой поспорил. Что ж, постараюсь его не подвести. Дзин, не знала, что ты вернулся. Господи. Надеюсь, вы щадите их, госпожа Масако. Нет, но они справляются. Крестьяне Ерикавы сильнее, чем кажутся. И упрямее. Хм. Упрямее вас? Вот уж нет. Эти люди презирали кланы Сакаи и Адати. Но теперь они здесь. Все благодаря твоему подвигу в Ерикаве. Я их не подведу. Как и я. Пока мы держимся, ощущаем с собой большую землю. По крайней мере, мы их замедлили. Мне кажется... Но на вкус стало хуже. Тебе просто до смерти надоело им давиться. А ты слышал, что призрак проник в Адзама? Ему пришлось переодеться торговцем саке. Я слышал другое. Торговец спрятал его в телеге с бочками саке и провез внутрь. Ну, когда ты последний самурай... Дальше самый интересный. Вот и ты, господин Сакай. Сенсей, смотрю, вы уже встретились с союзниками. Знаменосцы Сёгуна славные бойцы, но даже им будет полезно поупражняться в стрельбе. А крестьяне? Неплохо. Мастерства мало, но талант есть. Из ваших уст это похвала. Ерикава была оплотом Цусимы. С ними мы быстро обратим монголов в бегство. Если потренируемся месяцок-другой. У вас есть час.
Тогда прекрати меня отвлекать. Никому не говори, но в детстве я чуть не погиб. Что случилось? Я играл в самурая, увлекся, зашел далеко в лес и не заметил, как стемнело. И тут на меня вышел медведь. Как ты уцелел? От страха я не мог бежать. Упал на землю и свернулся. Работаю с металлом, деревом и тканью. До свидания. Господин. Норио, тренируешь наших новобранцев? Еще нет, господин. Мы только что закончили медитацию. Самураи, жители Ярикавы. Перед боем всякому необходимо настроиться. Принять то, что жизнь мимолетна, а смерть неизбежна. Мудрые слова. Помедитируешь со мной? Сочту за честь. Спасибо, Нью. Да хранит вас Будда, господин Сакай. Думаешь, это правда? Я верю, что он может убить монгольских предводителей, но что он слетает на них с неба? Нет. Призрак умеет летать. Люди не умеют летать. Даже монголы. Знаем, как меч держать. Значит, научимся. Пора, Юна. Самураи здесь. Все готовятся к битве. Ты хоть поспала? Не могу. Понимаю. Ты потеряла брата. Он верил в тебя. Теперь верит и вся Ярикава. Ты сражался за них, когда все отступили. Они рискуют собой за призрака. Я отдам жизнь за народ Цусимы. И за тебя. Надеюсь, не придется. Береги себя, Юна. Меня ждет господин Ога. Встретимся в бою. Господин Сакай.
господин Ога. Где дядя? Ждет вас на вершине холма. Клан Ога почтет за честь сопроводить вас к нему. Буду рад обществу. Не будем заставлять хана ждать. Прекрасно. Вы достойны похвалы, господин Сакай. Спасли дядю. Привлекли на свою сторону Ерикаву. Пусть они не самые умелые воины, зато надежны. Тогда и я им поверю. Правду говорят, что в народе вас прозвали призраком. Когда самураи погибли, людям нужна была надежда. Самураи снова здесь. Пора забыть о сказках и вновь начать следовать законам Сёгуна. Сперва спасем этот остров и людей, которые зовут Цусиму домом. Политикой займемся, когда убьем хана. Да, господин Сакай. Скорей, Нобу! Господин Симура, ваш племянник здесь. Дин, сюда. Хвалю тебя, Дзин. Теперь нам хватит людей, чтобы вернуть замок. Соломенных шляп больше нет. Но Рёдзе и хан сбежали. Хотели, чтобы я вас предал. Ты говорил с ханом? Я был в плену. Если бы я знал, то отправил бы все войско вызволять тебя. Йона помогла мне. Ее брат. Он погиб с честью. Хан сполна заплатит за его смерть. И за все, что ты пережил. Дзин, Сёгун поддержал мое решение усыновить тебя. Когда остров будет свободен, ты станешь наследником клана Симура. Не как призрак, но как самурай. Я не подведу вас, дядя. Сегодня мы пойдем в битву, как Сакай и Симура. Завтра отпразднуем победу, как отец и сын. Самураи гордятся, что следуют правилам. Живут в них, как в клетке. Предсказуемые, уязвимые. А вот призрак свободен и потому опасен. Это наш час, Дзин. Судьба всего острова зависит от этой битвы. Мы покончим с ханом. Вместе. И доставим его голову Сёгуну. Воины Цусимы! Сегодня мы победим Хотунхана! Вернем замок клана Симура и вышвырнем монголов из своего дома! За господином Симурой! Мы победим! Убейте их всех! Не отступайте! Сражайтесь!
стрела, одна след. Сакай. Не останавливайся. Убьем всех! Разведай дорогу впереди.
Бегите домой, псы! Эти ворота для вас закрыты! Господин Сакай! Бегите, трусы! Дзин, что ты делаешь? Расчищаю путь. Но не так же. Так нельзя. Врага надо встречать с честью, не как зверь. По-другому они не поймут. Ужас — это не оружие самурая. На башне! Они сорвут наступление! Господин Сакай, отправляйся! Уничтожь орудие, как подобает! Я отвлеку врагов на себя! Я иду с тобой! Держись рядом! Не отступать! Господин Сакай, нужно захватить башню!
Вижу. Вернемся к остальным. Правильно ты напугал монголов у ворот. Твой дядя не прав. Я не могу ему объяснить. Если мы не изменимся, то умрем. Мы все еще держимся только благодаря тебе. Все это знают. Впереди еще долгий путь. Получилось. Вы их сломили. Хан уже отступает. Что, монголы? Осторожно, на шаг. Сверху! Юна! Нам нужен твой лук! Да, я рядом! Смотрите! Мост! Они отступают! Что-то не так! Хан так просто не сдался бы! Должны почтить их жертву. Собери лучших воинов. Мы восстановим мост и атакуем с рассветом. Нет. Мы потеряли многих. Если бы вы послушали... Довольно! Есть другой путь. Мы обсудим это одни. Монголы перешли к обороне. Не дадим стянуть силы и покончим с войной. Вы послали людей на смерть. Они воины. Их кровь у нас на руках.
Я проберусь на ту сторону. Отравлю врагов. Это бесчестно. Я хочу спасти наших людей. И учишь их нас бояться? Если не свернешь с этого пути, значит, ты не лучше монголов. Я учил тебя сражаться с честью. Честь. Хан предал мечу. И он должен заплатить. Тобой управляет гнев. Я пожертвовал всем, чтобы спасти людей. Дал надежду. А вы что? Дин. Нет. Довольно.